Продолжение темы о вакцинации. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении возможных злоупотреблений при закупке вакцины от COVID-19. Прививки от компании Sinovac Biotech закупалось по почти $18 за дозу. В то же время госпредприятие вело переговоры о стоимости около $3 США за одну дозу. В деле замешан экс-губернатор Одесской области, а ныне министр здравоохранения Максим Степанов. В НАБУ говорят, что он в ручном режиме остановил процесс закупки, добившись заключения контракта по другой цене. Эта стоимость одна из самых высоких в мире. Антикоррупционное бюро подозревает Максима Степанова в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. В данном случае неразумные траты из госбюджета.